Змінити професію в 40 років – це авантюра, скаже звичайний 40-річний офісний працівник. Але якщо робота для вас каторга, чого боятися? Вам 40 років, ви думаєте, що в такому віці вже немає сенсу міняти роботу, а змінювати професію тим більше? Зараз доведу протилежне і не в теорії, а на практиці. Здравствуйте, меня зовут Олег Амельченко. Еще несколько лет назад я был полицейским. В настоящее время я являюсь шеф-поваром и совладельцем одного из паназиатских ресторанов города Северодонецка. В 2014 году я был вынужден бежать из города Луганска. По истечении определенного времени и смены многих род занятий я пришел к тому, что стал заниматься кулинарией. Это примерно года два назад. За эти два года произошло очень много перемен и изменений в сознании, в жизни. Я считаю, что я и моя команда, ребята, которые со мной работают, мы в достаточной мере овладели совершенством в этой профессии. У нас очень узкая специализация. Мы специализируемся на блюдах азиатского региона. Это тайская, китайская, японская кухня. В настоящее время мы развиваемся, идем к своей цели, идем к своей мечте. Мечта создать у нас здесь, в регионе, независимую кулинарную академию и обучать людей, которые хотят связать свою жизнь с кулинарией. Я не жалею о том, что я связал свою дальнейшую жизнь с кулинарией, поскольку для меня открылась новая сфера. Это гораздо глубже, чем многие себе представляют. Когда мы приготавливаем дома еду, у нас все сводится просто к механическим движениям. На самом деле кулинария – это философская наука. Здесь нужно знать биологию, химию, конечно, если вы хотите готовить очень вкусно и на уровне высоких стандартов, тогда вы должны обладать очень высокими знаниями. Мой рабочий день начинается в 8 часов и заканчивается в 2 часа, в 3 ночи. Поскольку я не являюсь профессиональным поваром, я самоучка, мне приходится штудировать и прорабатывать материалы самостоятельно. Занятие кулинарией, наверное, скорее всего, это дело моей жизни на сегодняшний день. И если бы кто-то лет 20-30 назад мне сказал о том, что есть кулинарная жилка, и ты станешь неплохим поваром, наверное, я все-таки пошел бы в повара, не в милицию. Здравствуйте, меня зовут Вадим Любченко. Еще совсем недавно, буквально 3-4 года назад, я был офисным работником, каким-то руководителем отдела. А сейчас я частный предприниматель и занимаюсь асфальтированием дорог. 14-15-16 год практически дороги не ремонтировались, потому что у нас была ситуация военная, и дороги за этот период превратились просто в ужас. И вы знаете, у меня был всегда по жизни принцип, я брал то, что не делает никто, и все считали это невозможным. Я для себя поставил задачу, возможно ли частному предпринимателю с небольшими затратами, небольшим оборудованием выполнять локальные работы по ремонту асфальтового покрытия. Эту задачу я поставил в 2015 году, в 2016 году я ее практически, теоретически я ее решил, а в 2017 году, 3 апреля, я уже приступил к ремонту улицы Гагарина. Это моя первая улица, я очень рад, что она у меня первая, и сейчас я ее продолжаю ремонтировать. И на протяжении 3 лет я докупаю оборудование, обучаюсь сам, обучаю персонал, повышаю качество выполняемых работ. Я думаю, в этом году мы уже сделали, по сравнению с 2017 годом, наверное, в 10 раз больше. И этот этап жизни, я считаю, может, он кому-то покажется совсем не очень ярким, да, может, он покажется грязным, смола, дым, все такое. Но я считаю, что это настоящая мужская работа, и то, что я делаю, мне приносит удовольствие, особенно после того, когда я ее заканчиваю.
я и вот мои работники ездят по этой дороге, и мы получаем удовольствие, поэтому не жалею ни грамма. Добрый день, меня зовут Вячеслав Шевчук. Я бывший военнослужащий, хотя бывших военных не бывает, но для меня вся моя жизнь проходит в какой-то войне. Я закончил свою службу давно, потом опять переквалифицировался. И когда началась война в моем доме, я опять взял в руки оружие. И после того, как уволился, искал, чем бы мне заниматься. И в конечном итоге я нашел то дело, которым мне нравится заниматься. Я делаю это искренне и думаю, что оно приносит не только мне удовлетворение, но и для людей, которые живут со мной рядышком. Я всю свою жизнь занимался активной деятельностью. Да? То есть для меня было очень важно доносить до людей информацию, чтобы люди стали лучше жить, развиваться, понимали ту ситуацию, в которой они находятся. И я понимал, что ниша, которая может это все им дать, сегодня не занята, да, никем. Тем более это приносит мне удовольствие на самом деле. Поэтому я каждый день просыпаюсь, открываю свой телефон, открываю свои социальные сети, где уже написана куча сообщений, куча заявок от людей, которые просят осветить ту или иную ситуацию, которая происходит в нашем городе, в регионе. Я чувствую свою нужность, да, то есть это очень помогает мне, я живу этим, потому что для человека очень важно быть нужным, поэтому для меня это очень важно. Первый мой сюжет, насколько я помню, был снят 7 декабря прошлого года, то есть еще через месяц будет годовщина. И к этому моменту около 240 сюжетов было отснято. Ну, могу привести несколько таких примеров, когда жители нашего города обращались в нашу исполнительную власть. Исполнительная власть не принимала никаких решений, ничего не делала. После этого я освещал, мои сюжеты просматривает власть, они действительно боятся и переживают. После этого туда приезжают комиссии, ЖЭКи и начинают работать. Самый такой мало просматриваемый сюжет, который у меня был, ну, наверное, насчитывает где-то около 3,5-4 тысяч. Самый максимальный сюжет – это было интервью с Зеленским. Я не помню, сколько сейчас там просмотров, но на тот момент было около 200 тысяч. В среднем где-то сегодня по региону, а так как я транслирую только исключительно в онлайн-режиме и по нашему региону в сетке, в социальной сети Facebook, обычно где-то около 7-12 тысяч просмотров. 40 лет я принял решение, я был чиновником в городе Северодонецке и решил изменить свою жизнь. В 40 лет, я помню эту фразу из знаменитого фильма «Москва слезам не верит», я уехал, эмигрировал в Польшу. Я уехал в 40 лет, и я думал, что жизнь только вот начинается. Буквально, ну, наверное, вот скоро, через месяц мне будет 48 лет, прошло уже 8 лет с этого момента, я вам скажу, что она по-прежнему только начинается. Життя тільки починається. Тепер я точно знаю і вже не боюся цього віку. Неважливо, чоловік ви чи жінка, 20 вам чи 50 років. Нові горизонти завжди відкриті. Змінюйте життя, займайтеся улюбленою справою. І краще це робити вже зараз, аніж щоранку продовжувати ходити туди, куди ви не хочете, і займатися тим, що ненавидите. Не бійтеся змін, насолоджуйтеся життям.